Чувашский народ богат своими традициями и культурой, поэтому создание условий для культурного и творческого развития всех граждан – еще одно приоритетное направление развития республики. Привлечение инвестиций, участие в различных конкурсах и грантах. Янтиковский район использует все возможности для своего динамичного развития. Уже давно нуждался в реконструкции скверу Дома культуры. Нашлись и средства. По итогам 2018 года район получил грант главы республики, и в конце сентября в райцентре начались масштабные работы. Общая стоимость благоустройства сквера 14 миллионов. За инвестицию в районе мы по итогам прошлого года заняли 4 место и нам выделили 6 миллионов рублей. Вот эти деньги мы как раз пускаем на благоустройство сквера около Дома культуры. Полностью благоустройство сквера планируют завершить к 30 ноября. В следующем году ремонтные работы начнутся и в самом Доме культуры. В бюджете 2020 на это уже предусмотрены 8 миллионов рублей. Традиционно у нас перед зданием районного Дома культуры проходит большое количество районных мероприятий. И мы все очень рады тому, что сейчас у нас здесь будет красиво. Напомним, что на развитие сферы культуры в 2020 году указом главы предусмотрены 500 миллионов рублей. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.